Водители автобусов – это особая каста. Это шоферы-профессионалы, которые на голову выше других по своему профмастерству. Здесь все как на серьезных спортивных соревнованиях. После 2 лет пандемии лучшие водители общественного транспорта со всей Самарской области сошлись на одной площадке, чтобы вновь помериться силами в конкурсе профессионального мастерства. Задания – змейка, торможение у линии стоп, парковка, круг задним ходом. Подобные конкурсы уже давно стали профессиональной нормой. Надеюсь, что мы покажем себя очень достойно. Ну и, естественно, приложим все усилия для этого. Ну и очень хочется надеяться, что этот конкурс будет точно так же и дальше проводиться. Свои знания и умения участники демонстрируют в 2 этапа. Сдают теорию и выполняют маневрирование на автодроме. Важно не только показать скорость исполнения, но и его качество. В противном случае штрафные баллы. Здесь просто фигуры, которые построены в определенной последовательности, которые автобус должен проехать, не задев ни одну фигуру. Виталий Сычев – за баранкой с 92-го года. Непростые маневры выполняет уверенно. Мастерство перед областным конкурсом мужчина оттачивал регулярно на протяжении нескольких месяцев. Считает, что участие в таких конкурсах уже большая удача. Ну, волнуюсь, это естественно, конечно, потому что все-таки достаточно ответственное мероприятие. Первый раз я в таком участвую. Есть люди, которых достаточно тяжело будет победить. Есть люди, которые думают, что, наверное, послабее. Но я думаю, что до последнего надо верить в удачу и надеяться на свой опыт и силы. В этом году самый лучший результат среди самарских водителей показал именно Виталий Сычев, водитель 1-го класса, представитель сборной команды самарского перевозчика. Виталий принес серебро своей команде в заезде на автобусах МАЗ. Еще 2 сотрудника предприятия завоевали бронзу в заезде на автобусах ЛиАЗ. А большинство высших призовых мест в разных этапах конкурса у тольяттинцев. Теперь есть шанс принять участие во всероссийском конкурсе. На церемонии закрытия победителей наградили кубками и памятными медалями. Как подчеркивают организаторы соревнований, конкурс создан не только для того, чтобы показать мастерство водителей, но и для создания стимулов к повышению квалификации и, в целом, повышению авторитета профессии. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.